Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я все-таки продолжаю приключения Спанч Боба, да, я решил это сделать. Сейчас будем смотреть, что будем, собственно, делать дальше, потому что здесь я закончил в прошлый раз, я помог Сэнди, и дальше все, что хочешь, то и твори. Как минимум. Дело в том, что мне пришлось перепроходить эту игру, чтобы добраться до этого места, потому что она тут никак ни хрена не сохраняется. Как минимум, я знаю, что в Красти Краб еще есть задание. Вон, пожалуйста, оно даже мигает, между прочим, восклицательным знаком. Знаю я это, потому что чуть было его не взял. Вот он, Крабс. Давай, подойдем, поговорим с тобой, мой клешневый друг. Что за идиотское прилагательное? Спанч Боб, это травести. Травести, кто-то траванулся у вас в ресторане. Но я не удивлен, таким дерьмом людей кормить. Кто-то отсоединил газовую трубу на кухне. Кому мы можем позвонить, чтобы починить эту трубу, мистер Крабс? Звонить? Я не собираюсь платить за ремонт, чувак. Ты ее, короче, чини и торопись, я теряю драгоценные деньги. Как он там? Мани-мани-мани, как там Крабс говорит-то. Но я не буду так говорить, что так не смогу. В кухне нет газа, блядь, нет... Да, нет газа, правильно. Так что Спанч Боб не может готовить свои потрясающие крабс-бургеры. Кто-то отсоединил трубы и бросил их на кухонный пол. Погнали. Кто бы это мог быть? Чё ты думаешь... Чем-то ты занят за работу, да, мистер Крабс? А чё это? Я типа с этим типом даже не могу поговорить. Ни хрена себе тут тоталитаризм, блять, этот Крабс, этот грёбаный Иосиф Сталин, мать его, только покрасневший. Так. Раз труба. Потом два труба. Ничего себе, вот это хардкор! Я должен класснуть на трубы. Я справился? А, не, я не справился. Да смотри, не-не-не, задание тяжелее, чем я думал. Тут, оказывается, не так все просто. Сейчас, погоди. Сейчас еще где-то, наверное, какая-то труба лежит, да? А ну, давай здесь смотри. Что это? Что это такое? Не, это просто... А, вот! Так. Замечательно. Не, а что? А это, оказывается, я зря, короче, ерничал. Это не так-то просто. Давай-ка приглядимся. Музыка. Вот музыка, Спанч Бобовский саундтрек, это нечто потрясающее. Я его отдельно бы прослушивал бы и прослушивал. Собственно, я иногда так и делаю, да? Так. Ну и что? И что дальше? Подожди, может я могу... Мне надо вот это соединить, вот это, да, вот это. Мне все это надо соединить, но... Не, на полу, правильно? А, вот еще, господи. Да, это я тут, блин, это я тут помучаюсь. Я еще поугарать хотел, типа, дескать. Задание, блин, дали тоже мне. Нормальное дали задание. Трубы эти сраные, поди понаходи. А какая-нибудь труба сейчас окажется, что она у мистера Крабса в заднице, блин, и надо будет выходить из комнаты и доставать, потому что ему планктон запихал, пока он спал и не видел. Я бы не удивился. Так. Ну давай, давай. Внимательней, Декарт, сосредоточься. О, есть. А я вообще издалека особо, честно говоря, не видно. Вот на полке. Да. Как он это, блядь, делает? Ты путешественник, отлично. Разблокировал работу фрайкуком. Ну-ка, давай попробуем поработать фрайкуком. Я же готовить крабсбургеры сейчас будем, охерительно. Кулинария ранг первый, что-то пейрейт. Приготовь столько же крабсбургеров, сколько сможешь, прежде чем время не окончится. Сюда потом. Так, ага. Довольно неплохо, мне нравится. Отлично. Да хорош, подожди, я старая, я первый раз. Ты можешь мне не мешать? Так что, сыр, лучок, блять, я... Вот это извечная моя проблема. Я когда во что-то подобное играю или смотрю, я сразу хочу жрать. Это плохо. Это плохо, нечего мне вообще думать о таких вещах сейчас. Надо на другом сосредоточиться. Ага, во как мы делаем, да? Так, хорошо, это мне на примере одного показали. Теперь раз, переворачиваем. Переворачиваем, пока оно все не подгорело нахер, так. Ух ты, зараза! Да ты чё, блин? Да вы чё, ребят, у меня все подгорело к херам. Зря я так. Ну хорошо, да, игра окончена. Ладно, не быть мне поваром, я понял. Давай посмотрим, чего у нас по карте. А, Красти Краб по-прежнему, да? То есть, да. Мы же, наверное, можем с мистером Крабсом поговорить и сказать ему, что чувак, за работу! Значит, получается, мне все-таки нужно вот этим заняться, да? Ну хорошо, давай, так, еще раз, давай, сыграем. Так.
раз, сейчас оно еще раз там перевернем, да, перевернули, пожалуйста. Теперь на булочку, правильно? О, а вот это нормально, вот это нормальная прожарка, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Планктон бы просто обосрался сейчас, если бы ему дали посмотреть на вот этот экран, на мой потрясающий, так? Потому что тут же секретная формула прямо ему на блюдечке. Так. Ага. Хорошо, теперь как там было, подожди. Блять. Так, 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 сейчас, сейчас. Стоп. Сыр? Сейчас. Я сейчас. Подожди. План... Нет написано. Ну я понял, что нет, да, да, сейчас. Сыр точно. Потом после сыра, наверное, вот эта хрень. Потом помидорчики. Вот это. А куда же кетчуп-то? Там тоже ж его надо было по-любому. Да блин, а чтоб тебя, сука. Давай, хотя бы один надо приготовить, я же правильно понимаю? Пока мы хотя бы один не приготовим, нас дальше по сюжету этой потрясающей игры не пустят. Давай, еще раз. Так, хорошо. Запоминаем внимательно. Так. Ага. Стоп. А в чем дело-то? Так и делал же. Разве я не так делал? Так же и делал-то, блин. Вы что, издеваетесь? Кетчуп, да, я с него начал. Погоди, ну-ка еще раз. Давай, вот раз, два сейчас. На двух попрактикуемся. Раз, два. Раз, два. Да, да, да. Что ты пялишься? Все нормально, Крис. Сквидвард. Теперь. Да. Да, да, да. Ну? Ну, а чего? Я разве не так делал в прошлый раз? Элементарщина. Давай, сейчас мы еще вот. Давай, три штуки сразу нафигачим. Четыре давай. Раз, два, три, четыре, блин. Так, теперь раз, два, три, четыре. А, чё? Ох ты, зараза, нельзя одну котлету запорол. Что за... Чего он мне опять втирает? Гейм овер. Не, ну я же одну котлетку приготовил. Короче, задрало. Пофиг. Давай так, Крабс, еще раз. Да, да, работай, работай, а я не хочу, я в рот. О, Патрик, с Патриком надо поговорить, а я тут время трячу зря. Патрик, трячу зря, пиздец. Мы наконец-то можем почувствовать себя охотниками за медуз, судя по всему, он говорит. Да. Давай охотиться на медуз. Давай. О, Патрик, где твоя сетка? Какой странный голос для Спанч Боба, да? В моем джаре Джелли Спотинс, Джелли Споттер Глассес. Короче, у него в хате, там, наверное, еще рубашка и очки, да? А где же это? Я понятия не имею. Найди пропавшие вещи Патрика. Мы разблокировали локацию Чамбакет. Так что мне в Чамбакет идти искать Патрика вещи? Ну давай попробуем, где там Чамбакет? Это не то, вот Чамбакет, пошли. Наверное, не просто же так ее разблокировали, сейчас там что-нибудь найдем. Стоп! Стоп! Это что сейчас лежит? Ну-ка, возьми, возьми эту хрень, что это такое? О, отлично, рубашка для Патрика есть. Отлично. Сейчас пройдем. Планктон, выдавай весь набор принадлежностей, иначе я тебя еще укорочу в три раза. Привет, Карен. А, где этот мой муженек-то, блин? Ну, где твой муженек? Наверное, изменяет тебя с какой-нибудь тараканихой, потому что с тобой-то ему теплоты, наверное, не получить. Без разрешения внутрь нельзя. Ты мне разрешаешь, Карен? Разреши. Ах ты, сука, не разрешает. А, хорошо, чего еще там нужно? Погоди. Это есть очки, бутылочка. Давай, знаешь, еще что? На Конч-стрит пойдем, на наш любимый Конч-стрит. И посмотрим. О, совок, замечательно. Так, отлично. Слышишь, Сквидвард? А ну, давай-ка. Что-то ты улыбаешься. Хай, Сквидвард. Что случилось? Что ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Не знаешь, где я могу найти пару очков? Возможно, это заставит тебя как можно скорее исчезнуть. Разумеется. Замечательно. Какого дьявола он сейчас сказал, я не понял. Ладно, спасибо, сосед. Спанч Боб, я больше не хочу тебя знать. Вы разблокировали работу кассира. Да пошло оно нахер, я уже работаю. Интересно, где Патрик? Интересно, где Патрик? Мне интересно, где его сраные очки. Вот это мне гораздо более интересно. А подожди, а он не мог оставить их у меня в доме? Этот придурок, блин, когда надевал аквариум на башку. Давай-ка смотреть.
Это что? Это мой раковинофон. Так, чё, пожрём, нет? Гэри немножко, наверное, рассердится, правда, из-за этого, мне кажется, мы сожрём. Так, где еще этот баран мог обронить свои вещи? Давай здесь посмотрим внимательнее. Тут я еще не искал, кстати говоря. Так, нет, здесь вроде бы нету. Ну-ка, карта, погоди, Конч-стрит. О, в домике Сэнди можно еще посмотреть. Хотя я не знаю, какого дьявола бы Патрик делал в домике Сэнди. Ну-ка. Хаури, Спанч Боб. Привет, Сэнди. Так, а ну погоди. Если сюда, то я эту игру запускаю. Ой, что это? 800 значков опыта для следующего ранга. Да нафиг он мне сдался. Так, ладно. Ой. Все, я тут вообще, я тут без понятия. Еще раз красти краб, и надо же где-то найти эти долбанные очки-то. А, стоп, а может быть вот он мне дал работу, да, за очки. Сейчас я тут что-то сделаю, так. Ну-ка, давай, плей, давай хоть разок. Готов? Вперед! Что? Что делать? Что это, блядь? Что я творю вообще? Шесть, подожди, ну шесть. Нет, я понял, блин. О! Есть, отлично. Так, восемь. Сейчас, так. 8, 0. А, плюс 5, это 13, 0, 0. Погоди. Так, 3. Так, погоди, это что, мне просто... Блядь, ничего не получилось, нет? По-моему, не очень. Ну-ка, давай еще разок. Так, сейчас, секунду. А, 3 плюс 1, это 4. 4 и 2 нуля. Правильно? Фу, блин, и все, что ли? Просто надо посчитать. Ёп твою мать. А я как дурак стою, так, 7, 2, 0. Замечательная игра, вот это обал. 5 я нажал, правильно? 2, 0. Ну-ка, окей, хорошо. Вот Крабс довольный жит там стоит, деньги считает. А мне мою долю, а, Крабс? Ты смотри, ты мне так задолжаешь, что я твою перл, доченьку твою ненаглядную, в сексуальное рабство продам, ты понял, блин? Так, 3, 2, 0. Окей. Well done! Я наконец что-то выиграл. Так, пенни-пинчер какой-то. Я получил 4 бакса всего лишь за эту работу. Ну, вы вообще жлобы, ребят. Ну и что? И где мне... кто мне... Сквидвард мне не помог таким образом очки найти. А ну, может, теперь он мне их отдаст? Сквидвард, слышь ты, блин. О! Да! Сквидвард выдал мне очки. Все правильно. Осталось найти лишь одну вещь. Это баночку. Давай сразу на медузьи поля сходим. Тут же где-то были медузьи поля, по-моему, еще. Вот они, Джелли Фил. Они же были мне доступны раньше. Вон там город еще будет открыт. Замороженная тундра будет открыта, ни хрена себе. Ведро осталось найти. Ну давай в Чамбакете попробуем найти ведро. Может быть, я его просто тут проморгал, оно где-то стоит. Вроде бы нет, да, я не вижу. Сюда меня не пустят, конечно же, блин. Хорошо, так, еще раз красти краб. Погоди. Найти. Ох, детская игра заставляет меня поднатужить мозг реально. В поисках сраного, блин, ведра для Патрика. Козел ты, Патрик, вот я что-то начинаю подозревать, что ты сволочь такая. Порастерял по всему сраному бикини-ботому все свои вещи, блин, я надеюсь, что ты в это ведро потом будешь, пожрешь тут каких-нибудь моих крабсбургеров и будешь блевать в это ведро, наконец-то. Так, мистер Крабс, могу я взять ту пустую баночку? Спанч Боб, мой мальчик, конечно можешь. Спасибо, мистер Крабс, это будет 10 баксов. Вот пидорас, вот пожалуйста, мистер Крабс. 10 баксов, ну они у меня есть, да. Отлично, теперь пошли, наконец-то отдадим этому мудаку его вещи, которые он умудрился потерять везде, вот реально по всему городу. Как? Патрик, я все нашел. Думаешь о том же, о чем я, приятель? Охоть на медуз! Я думаю, что твоя идея получше. Вы разблокировали, я бы сказал, локацию медузьих полей. Давай. Как я ему завидую, я тоже хочу быть таким веселым и упоротым кретином, честно говоря. Погнали. Окей, Патрик. Все готово. Погнали охотиться на медузу. Сейчас будет какая-то мини-игра по-любому закрыть, да. Так, давай. Оп. Лодинг. Получится ли она у меня с первого раза или как обычно? Нажимай на персонажа, чтобы прыгать и хватать медузу. Ну-ка, ладно, разберемся. Так. Ага. Так. Кто?
Кто, блин, додумался так эту сраную надпись? А Патрик, наверное, выше прыгает или как? Ага. Патрик по какой-то причине прыгает выше, хотя он такой жирный, блин. Все должно быть наоборот. Ну-ка, вы можете relocate, дабл-кликинг, чего? А, вот так вот, я могу их еще переставить. Что? Что это, блядь? А, я понял. Так, раз, два. Ух ты, он все-таки умудрился поп... Да, блин, твою мать. Готов, вперед. А, то есть это было только... То еще все не считалось, получается. Только сейчас я начну их ловить. Раз. Ну, прыгай, ты жирный, ты хряк. Какого дьявола? Давайте, прыгайте, пацанва. Чего вы такие тормозные? Вперед. Я хочу медуз. Я буду их жрать целый день просто. Я люблю медуз, пиздец. Желе же, правильно? Желейные медузы. Желе я люблю, как бы. Поэтому давайте, ловите. Ловите мне, ребят. Хотя мне, как всегда, ничего не достанется. Я буду только сидеть и смотреть, как они жрут, блин. Хотя нет, они не жрут медуз. Они их отпускают. Они их кладут в свой веник и отпускают. Я вспомнил из мультика. Так, осторожно. Игра окончена. Ну, я что-то собрал же, правильно? Квест завершен. А Патрику насрать. У Патрика просто настроение, как его Марка Аврелия. Он стоицист, блядь. У нас Спанч Боб такой санбиник, а Патрик так... Че этот придурок пляшет, я вообще не знаю. Я не при делах. Куда мы можем пойти с тобой? Так, давай смотреть. Опять Красти Краб? Да чтоб тебя, а? Все время от нас что-то хотят в Красти Крабс. Ну погнали. А, вот это какой-то тип. Погоди, а хорошо, я зря перешел. Давай для начала еще раз. Где там желейные поля? Патрик же тут стоит. Может, можно ему что-то сказать? О, привет, Спанч Боб. Хочешь снова? Не хочу я снова. Отвали от меня. Так, все, Красти Крабс, давай. Там какой-то маленький, блядь, карлик-алкоголик. Давай, пообщаемся. Эй, Спанч Боб, не забудь про какую-то гонку. Вау, где-то гонка. В замороженной тундре. Замечательно. Ты кто такой вообще, придурок? Я в первый раз его вижу, не в мультиках его никогда не видел нигде. Он мне чего-то сообщает. Потрясающий сюжетный ход. Замороженная тундра, я помню, где она находится. Итак, привет, маленький арктический друг. Твои друзья пропали в замороженной тундре, и там что-то моллюск. Вперед, поехали, гоу. Игра удивляет, потому что я вообще из мультиков не помню ничего замороженного, честно. Я вообще не помню, чтобы... Так. Ух ты! Ух ты, у нас пошел этот, как его? Платформер Дэнди Стайл. Обалдеть. Здорово, я думал, только и буду мышки постоянно. Так, тихо. Это я должен собрать. А зачем мне эту штуку толкать надо куда-то до самого конца? Через змею перепрыгивать или на нее можно наступать? Вот тоже вап... Ай-яй-яй, Спанч Боб, прости. Прости, мы с тобой, может быть, до конца не дойдем. Тебе не повезло, за тебя играет немножко криворукий человек. Ого. Это было не... Что-то такая прям тундра вообще. Такие завывания. Я вообще для... В мире Спанч Боба, во вселенной Спанч Боба, я никогда не рассчитывал найти что-либо подобное, честно говоря. Давай, садимся или как? Что это? Здорово, Крабс. Чего мне? Растопить тебя теплом, что ли, своего тела или что? Чем мне надо сделать? Давай его, наверное, сбросим вниз, правильно? Фу, блядь. Какого хрена? Не, хорошо, давай вот так, вот к этой. Что это такое? А, все, понял, хорошо. Гэри оседлали. Бедняга Гэри, а, такого жиробаса на себе тащить. Не завидую. Ладно, проехали. Пропущу эти бобы сраные, что это такое вообще, я не знаю. А! Я думал все сначала. Так. Не, слава богу, дают возможность. Ну, игра-то вообще детская, правильно? Она же не должна быть тяжелой. Че, я не должен страдать, играя в такую игру. Давай по новой. Сейчас у нас начинается какой-то супер мидбой, я смотрю. Да блин, вот что он там про. Они специально. Они специально сделали этот сраный зазор, чтобы я не долетел. О, губка, мать твою. Да ну. Есть, наконец-то. Опять змея очередная. Так, ну что? Вниз или вверх мне? Куда? Что? Я не долетаю. То есть там внизу, наверное, будет люк? Давай найди. Нет, люка нет. Как-то в обход, значит, придется, наверное, действовать. Так, хорошо. Вы что, смеетесь, что ли? Все, я проиграл. 108 очков.
А, нет, почему же? Я же могу, да, действительно, толкать. Наконец-то я это сделаю, мне это реально пригодится. А то я, по-моему, именно так не... А, вот другой разговор. Так, здесь я надеюсь, навсегда, ну... Да, здесь оно навсегда. Отлично. Так, проходим. Во-во-во, кто-то там есть. Патрик. Так, привет, Патрик. Давай, сейчас там снова должен быть Гэри, правильно? Раз, два, три. Я запомнил. Раз, два, три, четыре. Отлично, Патрик разблокирован. Уже двое сидят. А сколько всего друзей-то? Еще, наверное, Сэнди. А, Сквидвард еще и Сэнди. Твою мать. Как долго? Уже, мне кажется, пора завязывать. Я уже понял. Я уже проникся этим потрясающим геймплеем. Давайте. Блять. Спанч Боб, ты и так безмозглый. У тебя еще хуже сейчас все будет. Не надо биться башкой. Спанч Боб, что ты творишь? Так? Окей. Да ну! Как его заставить? Да, наконец. Сейчас, стоп. Ты допрыгнешь отсюда? Молодец. А это ради этих сраных бобов. Да пошли ни к черту. Зачем они мне вообще нужны? Не хочу. Да. Ай. Пройди мимо, просто пройди мимо, губка. Значит так, сейчас мы наткнемся на Сквидварда. А нам точно нужно помогать Сквидварду? Он нас как бы не очень любит. Че, наш друг, что ли? Он нас терпеть не может. Он ждет, когда мы умрем, скорее всего. Просто в мультике об этом не говорят, потому что это мультик-то детский. Как бы. Если Сквидвард в детском мультике скажет, ну, Спанч Боб, когда ты уже сдохнешь, это будет немножко ударить по рейтингу, правильно? А так он, наверное, этого очень хочет. Раз, два, три. Вот неоднозначно, значит, туда. Сейчас, еще раз. Я не знаю, как объяснить, тут управление немного туговато. Вот Спанч Боб, он как-то хреново прыгает. И это проблема. Это реально проблема, потому что... О, замечательно. Так, все. Толкаю, толкаю тебя, мудака. Фух, слава богу. Сейчас, стоп. Да, да, нет, только не говорите мне, что я... Блин, и как мне его вытащить-то, этого Чтоб тебя, а? Давай, 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 ножками, 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 Спанч Боб. Во! Слава богу, блин. Я думал, все уже. Ага, отлично. Так. Я вроде и не там нажал, но все равно сработало. Так, осталось последнее. Последнее это Сэнди Чикс. Уже ее освобожу и пройду эту замороженную тундру целиком и полностью. Почему бы и нет? Давай только с тобой, Спанч Боб, наверное, не будем отвлекаться ни на что лишнее. Ага. Никакие там дополнительные бобы собирать не будем, а просто... Блин, эти завывания реально депрессивно как-то действуют. Я не знаю, я думал, сейчас буду угорать над этой игрой, а что-то тогда... блин, я не знаю. О, отлично, отлично. И что? Где? Где? Как мне попасть наверх? А, вот так, да? Хорошо. Блин, зараза. Еще раз. Так, сейчас. Ага. Ну, и что? И как я должен... Как же я должен по этой... Блин, сопле вообще прыгнуть. А, она вот как делается. То есть, получается, мы... Сейчас. А, да. А, просто это же очень все смешно, блин. Так. Вот, 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 вот так. Вот так есть. Бинго. Блин, а. Ой, я до нее не доберусь, наверное, мне кажется. Это реально, это будет... Ну, я доберусь сейчас, конечно, но это будет непросто. Потому что тут еще эта хрень, она тоже меняет свое местоположение. Вот эта льдина вторая. Так. Эту тоже задевать вообще никак не... Еще и на змею упал. Ну твою. Что ж все так? А умереть можно, нет? Если я просто умру. Если я просто покончу с собой. Ну-ка, змея, убей меня. Давай, пусть змея меня убьет. Я освободил троих, и этого, наверное, достаточно. В принципе, для продвижения по сюжету игры, правильно? Я обидел Спанч Боб. Это что, шутка, блядь? Это последний друг, которого мне нужно освободить. Я все-таки это сделал, я крут. Так, мне, кстати говоря, я его пропустил. Я же перепроходил, и это Патрик, он второй по счету. Я вообще мимо него прошел, проебал его благополучно. Освободил всех остальных, кроме него. Бедняга Патрик, наверное, окончательно замерз в своих сраных гавайских трусах. Так, по-моему, вот так как-то было показано, да? 4, 5, что-то. Все, готов. Четверых освободил. И что дальше? Ну и подожди, что дальше? Вот они все свободны. Какого черта вам нужно? Игра не окончена. Представляете? Сейчас надо
Бежать назад, надо бежать назад. Я от возмущения я даже начал как-то цепелять. Вот какого дьявола, а? Блин. Ну хорошо, давай добежим, блин. Это, в принципе, наверное, недолго сейчас. Минутки так 2-3, наверное, займет. Вот они опять все сидят в полном составе. А чё вам нужно? Вам движок, что ли, поставить на эту сраную Санта-Клаусовскую карету, блин? Какого хрена? Нет, стоп. Здесь я так просто не пройду. Тут надо вот эту хрень снять, потом ещё там подтолкнуть, блин. Всех друзей освободила, им все равно что-то мало, что-то еще от меня хотят, я не знаю. Это ж там, дай бог, еще пройти вот это, через все это дерьмо. Потому что тут все постоянно рушится, ломается, вот, конечно, да. Об этом я и говорю. Змеи всякие ползают. У меня, кстати, они здоровье-то нехило покорежили, так что... Так, так, давай. Не-не-не, немножко назад, немножко... А вот теперь побежали. Есть, отлично. Так, хорошо. Раз, два. Так, ну, блин. Ой, это, по-моему, вот то самое место в конце, где Сэнди еще была. Вот, наверное, мне вот сейчас это все пропрыгать, да, точно, это оно, то самое место. Теперь так, аккуратно. Так. Вот здесь вот у меня все время сложности были. Есть, отлично. Вот где-то здесь я взял Сэнди, а потом идем дальше. Мамоньки мои, родные, блин. И что? А че? А, сражайся давай. А, я понял, я же нажал там на кнопку. Не, погоди. Как атаковать-то? Ну, допустим, и что? Что это, блин? Хватай это дерьмо, чего, как делать? Так, ладно, опять уворачиваюсь от этой сволочи. Сейчас еще раз он вот это все делает. Да, блин, он все время в меня попадает. Так, отлично, взял. Блин, я не успел сразу, я понял, надо быстро это нажимать. Сейчас, все, сосредоточимся. Есть, отлично, получилось. Так, ну-ка, раз, два. Ах ты, падла, он сейчас меня прибьет, реально. Давай, так, сейчас. Да, жри, сука. И все, вот это так у него здоровье отнялось. Блин, он побеждает. С большим отрывом. Как уворачивать. А мне потом дадут переиграть, если что? Или надо будет опять друзей всех искать заново? Чё этот дурак рот открывает? Ты любишь открывать рот? Тебе надо в другом месте работать, чувак. Не в этой тундре. Езжай куда-нибудь в Чехию, наверное. Или в Вен. Так, окей. Берем. Есть, отлично. Все, я начинаю делать успехи. Только мне это сейчас не поможет, потому что он меня попадет. Да, вот, пожалуйста. Он попадает в меня. А, чё я дурак-то такой? Надо просто сзади него становиться. Сука, вот это эшкалатрон тупой, блин. Ага, отлично, все, сожрал, теперь становимся сюда. Он жизни мне не даст. Конечно. Я представляю себе, любой человек, который сейчас это смотрел, он, наверное, думает, какой же ты дебил, блин. Еще назвался, блин, великим философом Декарт, мать твою. Так. Есть, отлично. И все, можно считать, что да, вот в самом конце я все-таки умудрился, вот когда у меня уже вот столько здоровья, сообразить! А, блин, чуть не успел. Хорошо, получается. Давай. Последний раз. Все, сейчас он у меня помрет. Пока, чувак. Сайонара. Плюс 300 очков. Фу, боже, завершил я самый долбанутый пока квест. Я эксплорер. Исследователь. Так? Ну да, допустим. Я бы не против крабсбургера затащить. Так, а хорошо, а где у меня теперь восклицательный знак есть? Куда мне? О, отлично. Наконец-то в Чамбаке. Сейчас планктона увидим, скорее всего. Давай. Нет, надо с Карн поговорить. Если ты сможешь победить меня трижды, я расскажу тебе секрет. Какая странная фраза для начала беседы, да? То есть ни с того, ни с сего ты подходишь к говорящему компьютеру, он тебе говорит, победи меня, я расскажу тебе секрет. Не как дела там, Спанч Боб, как поживаешь? А где мой планктон, ты его не видел? Нет, секрет какой-то. Значит так, нужно победить Карен и ее собственную игру. Использую мышь, чтобы двигать педал, и 7 очков, чтобы выиграть. Угу. А! Замечательно. Как там эта игра-то называется, блин? Я уже и забыл. Не, ну вообще ее тяжеловато будет выиграть, она как-то не подает... А, ты смотри, все-таки она тупит немножко, Карен. Ну, Карен, что-то ты зависаешь. У тебя там вообще процессор маленький, да? Давай куда-нибудь ей вот туда подальше, чтобы она не успела. Че себе? Такая безмятежная музыка, мне это нравится.
Не-не, Карен отсасывает. У нее там, походу, пентиум половинный, наверное, какой-то стоит. Так, отлично. Вот сейчас было бы здорово вообще. Прям при раздаче сразу так раз и гол. И чтобы я даже не... Эта безмятежная музыка немножечко меня добивает, ребятки. У вас то тундра, то... Ля-ля-ля-ля. Где эта веселая музыка, которая была в начале игры? Куда она подевалась? Я, конечно, понимаю, что в Чамбакет затишье, но мы тут все-таки играем в этот пинг-понг, блядь, как там он называется. 5, 6. Смотри-ка, Карен зависла, по-моему. Она без планктона, наверное, плохо работает. Он забыл... Планктон, небось, забыл смазать твои детальки, да, Карен? Машинным маслом своим, планктонием. А? Прям, ух. Какой я молодец. Слышишь, ты чё? Карен, ты чё, сдурела совсем? Блять, нихрена себе. Вот это разошлась. Давай туда, в дальний угол куда-нибудь отправь. Так ей вообще возможно 7-й гол забить? Или она начинает играть, как сраная Мария Шарапова, блин? Наконец-то, закрыт. Давай, гони свой секрет, я победил. Спанч Боб, я тебя недооценивал, расскажу тебе вот что. Если ты еще 2 раза меня победишь, я расскажу тебе секрет. Да пошла ты. Вообще, кто тут секрет это? Секрет это тут я, да? У меня секретная формула, я за секретами заведу. Что, мне серьезно этим заниматься, блин? Ничего, реально, что ли? Да я же охренею, ребята, вы что, сдурели? Все, не двигайся. Да не двигайся ты. Ты хочешь, чтобы это скорее закончилось? Или тебе нравится прям? Фу, блин. Че, я проиграл, а? Оп. Вот, да, вот в тот угол. Какой-то. Нет, давай вот туда. Вот, идеально получилось. Нет, тогда сюда. Вот теперь идеально. Нет, тогда сюда. Вот теперь идеально. Да что ж... Ни хрена не идеально вообще. Все плохо очень. Да, блин. Я не могу. Я больше не могу ее победить. Серьезно. Это уже слишком. Она как-то... Она реально стала лучше играть, значит. Она понимает, что у нее последняя возможность сохранить свой сраный секрет, который мне, честно говоря, до одного места. Боже мой. Вот только попробуй, сучка. Раз уж ты победил, я расскажу тебе, что задумал Планктон. Мой дрожайший муж по-прежнему считает, что еда улиток — это секретный ингредиент в крабургерах. Он на своем пути в город, чтобы украсть их больше. Так, сколько времени? 12 минут идет-то параша, да? Ты разблокировал локацию город. Вот этого я, кстати, уже давно хотел. Давай, пойдем в город. Вот в город мне реально интересно сгонять. Тут наверняка много всего, да? А вот и он, кстати, торчит, да? Че он такой здоровый? Слушай, че он так вырос, я не понял. Держись подальше, Спанч Боб. Вся еда улиток моя. Ха-ха-ха-ха. Какого хрена ты такой здоровый, блин? Это ты на еде улиток так отожрался? О, снова, да, снова начинается эта потрясающая драка. Этот экшен безумный просто. Джейсон Стэтхэм отсасывается своими, блин, там, паркерами, механиками, как у него там фильм, перевозчиками, да. Вот она, истинная вмочилова голливудских масштабов. Так, снова еще одну банку берем, да? Я что, всегда должен проигрывать? Извини, Планктон, но я не могу подвести мистера Крабса. О, я понимаю, никакой крабсбургерской формулы для меня. Спанч Боб, я могу использовать... Чего? Я мог бы использовать фрайкук, то есть жарку, ну, как в Чамбакете, прямо как и ты. Ты разблокировал фрайкук в Чамбакете. Обалдеть. Почему? А какого дьявола Планктон разрешит мне пользоваться? Ой, да что ж я опять это сделал, блин, сейчас, так, зараза, твою. В первой серии была такая же фигня, я тоже случайно там сместил экран. Так, вот так вот, наверное, да? Ну, еще чуть-чуть наверх. Ага, ну, вроде так. Сейчас. Так, секунду. 5. Небольшие технические неполадки. Да, вот, отлично, пошло. Где там краби... Красти Крабс? Не, не Красти Крабс. Куда мне надо? Мне надо Чамбакет, правильно? Чамбакет, он у нас где-то внизу. Ну, стоп, ну там ничего не горит. Восклицательного знака никакого нет. В принципе, вообще нигде восклицательного знака нет. Ну, давай все-таки на всякий случай туда сгоняем. Все-таки нам дали там кухню, да? Давай на нее посмотрим. Разрешение уже есть, правильно? Планктон нам разрешил. Выдал вексель, блять, поэтому мы теперь можем... Ага, сготовь столько, сколько сможешь. Ну давай, хорошо, давай займемся этим. Да, теперь они зеленые. Тогда они были красные, а теперь они зеленые. Просто
совсем другое дело, правда? Вот вообще, совершенно другими вещами занимаемся. Прям вариативность геймплея просто поражает. Готов? Готов. Давай, раз, два, три пусть будет. Так, тут уже три булочки, правильно? Ну-ка, раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Так. Блин. Игра кончена. Я что-то разблокировал. Так. Карта. Что, заданий по-прежнему никаких? То есть, погоди, все получается? Не, ну хорошо, стоп, давай еще... Не, город, 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 погоди. Неужели в городе ничего нет? Вот это весь город? Весь город это схватка с этим мудаком? Этого я так долго ждал? А ну, давай-ка с тобой пообщаемся, чувак. Скажи что-нибудь. Четко. Правда, что он такое сказал? True. True это правда, да. В каком смысле это сейчас употреблял? А ну, а с этим поговорить, если... Формула будет моей. Так. О, серьезно. Да, под конец игра разочаровывает. Вот эта вот серия, не буду скрывать. Во-первых, это тундра достаточно занудная. Во-вторых, город, как оказалось, не оправдывает никаких ожиданий. Потому что в городе одна сраная улица и гигантский планктон. Почему-то он вырос. Но нам все-таки выдали. Да, давай тогда уже доделаем это дело. Сейчас научимся готовить. Сейчас будем готовить по одному крабсбургеру. Или, не знаю, чем бакетику, я не знаю. И сейчас посмотрим. Вот если я хотя бы 1, 2, 3 приготовлю нормально. Если не будет гейм овер, да, то вот что будет? Будет ли что-либо или не будет ничего? Так. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все это мы уже видели. Отлично, погнали. Раз. Сейчас один приготовлю. Два. Так. Готово. Что это? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну а теперь давай попробуем два одновременно. Так. Так. Сейчас оно зажаривается. А вот почему потом вот я вот это делаю? А, не, все правильно, смотри, все подходит. Так, раз. Теперь этот. Вот, опять он что-то... Что-то он опять мне гаркнул там, блин. Да, твою... Что ж я все смещу? Не, не сместил, нормально. Ну хорошо, ноу написано. Давай, короче, все их зажарим, чертям собачьим. Все, пофиг, давай. Гейм овер. Все, надоело, клоуз. Так, ну вот я и понял, значит, это... Это, судя по всему, конец игры. Да, потому что... Точно ведь? Точно? Давай-ка смотреть. Давай, знаешь что, давай еще в Конч Стрит наш вернемся на всякий случай. Посмотрим, что у нас дома. Во, вот эта мелодия мне нравится больше. Чего ее чаще не было? Лучше бы она была реально почаще. Так. Все, получается, что все, ладно. Вот так вот. Игра, судя по всему, пройдена. Никаких заданий я больше не вижу. Никаких восклицательных знаков. Ничего не активно. Боже, сюда на всякий случай переместиться. Не знаю зачем. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарий, ставьте лайк. Открывайте описание к ролику. Там есть куча плейлистов. Ссылка на группу ВКонтакте. Вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи. Всем пока.